17 декабря в зале районной администрации прошла сессия Совета муниципального образования «Северский район». По традиции встреча началась с награждения депутатов благодарственными письмами и нагрудными знаками. На совете рассмотрели ряд важных вопросов. Среди них об аварийно-спасательной службе, отчете главы и муниципальных служащих. С докладом о бюджете района на следующие 3 года выступила начальник финансового управления Галина Витковская. Состав местного бюджета на 2022-2023 годы включены условно утвержденные расходы в размере 21 миллион 400 тысяч рублей и 43 миллиона 600 тысяч рублей соответственно. Они предусмотрены в расходной части бюджета, но не распределены в плановом периоде по кодам бюджетной классификации. С напутственной речью к районным депутатам обратился глава муниципалитета Адам Джарим. Давайте как-то вот по-другому поставим работу в следующем году, чтобы жизнь кипела в районе. Поймите, вот ссылаясь на пандемию, сидеть в кабинете там или дома, не нужно этого делать абсолютно. Когда пандемия закончится, никто не знает. Но жизнь-то продолжается. Вот. А в районе очень много кому нужна помощь. Наша с вами помощь. На нас люди надеются. И я хотел бы, чтобы эти надежды были оправданы. Эта сессия Совета муниципального образования «Северский район» заключительная в 2020 году.